В Чебоксарах прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицинской реабилитации». Ее организовали кафедра внутренних болезней медфака ЧГУ и Центральная горбольница. Врачи самых разных специальностей из городов России собрались в актовом зале медицинского факультета, чтобы обсудить новые подходы к лечению и реабилитации больных. Мастер-класс для них провел главный реабилитолог Санкт-Петербурга Виталий Ковальчук. Проблема реабилитации, к сожалению, пока в нашей стране еще не развита не на должном уровне. И одна из основных, на мой взгляд, причин – это недостаток как раз вот таких обучающих программ, обучающих курсов и циклов. А с другой стороны, крайняя важность реабилитации вытекает из очень высокого уровня инвалидизации. Например, о том, о чем была речь в моем докладе сегодняшнем, это пациенты после инсульта. В нашей стране на данный момент 80-86% через год после инсульта остаются инвалидами, к сожалению, люди. В Чувашии реабилитацией пациентов сегодня занимаются 6 больниц. В каждой из них используют современные методики. Врачи подчеркивают, обмен опытом на таких конференциях важен прежде всего для их пациентов. Мы очень много услышали интересного о развитии реабилитации современной. Как она развивается в России и за рубежом. Это, я думаю, познавательно не только врачам-реабилитологам, кто непосредственно занимается этим, но и врачам-терапевтам, неврологам, травматологам, врачам любой специальности, которые в той или иной мере задействованы в этом процессе и восстанавливают и лечат пациентов.